Добрый день, дорогие друзья. Ну что, мы едем на банку. Вообще-то даже это не банка, это называется нос. Лёня, он дали порулить. Довольный. Наживка простая. Сердце телячье, легкое, креветка. Куриное филе резаное, ну или ножка, просто мясо куриное. Потом... После того, как поймали первого мелкого бычка, режем его и ловим на резанку. Я бросаю брат на брата. Неманечко. Не тот брат попался. На этом спиннинге стоит леска, а на конце шок-лидер. Шок-лидер 15 метров. И вот по этому шок-лидеру я видел, что глубина там, где мы стояли, где-то 14-15, местами было до 17 метров. Это очередной раз перешли. Вот вы видите кодола, которая еще не натянулась. Ищем бычка. Бычок клевал очень плохо. И крупный, он не клевал, он просто садился и слышал тяжесть. И в это время подсекал. А мелкий, тот зёбал. Слышишь, блядь, ну ты бычка-то забыл. И тут самое интересное. Обратите внимание на этот узел, каким привязан садок к поручням. Этот узел в один прекрасный момент вдруг взял и распустился. И мой садок упал в море. Сосед справа подхватил его крючками, но рыба вся высыпалась. Вот такие пироги. Что, стали, Володь? Как вы заметили, у меня было две удочки. Значит, один спиннинг на хищника до 40 грамм. А второй был крокодил. Длиной 2,10. Ну, там кастинг, конечно, большой. Там до 120 где-то грамм. Ну, и на спиннинге на хищника стоял шнур. А на крокодиле стояла леска. Так вот, шнур все-таки лучше. Он более чувствительный, и когда зацеп, все-таки легче вытащить шнуром снасть. Пусть обрываются поводки, но шнур свою миссию выполняет.
Пиздец, блядь. Ух ты! А что это такое? Это скорпион вот это, да? Ничего себе! А он нормальный, только иголки отрезать и все. Он нормальный. Давай снимем его. Давай, давай, давай. Как она называется? Скорпион. Видишь, какая она? Ну, она красивая, зараза, видишь? Да, красивая. Вот, как руку не поймал. Рабов, это мне мужикам было. Да? Камбала, это хорошо. О, красавцы! Не, сам на сану. Надо бочка, срочно. Так это на бочка все. А что ты у него врезаешь? На эти иголки. Где? А вот снизу и сверху. Вот. А, вот, вот эти вот, смотри, иголки сверху и снизу? Да, вот они. Вот они. Ну, это жало его. Ну, вот это, вот, страшно, а? Ага. Не, Володя говорит, он такой же вкусный, как бычок, да, или нет? Вот. Очень вкусный. И вот они, вот, и вот еще. Вот они, вот. Вот, знает. На жабрах? Ага. Ну что, теперь ты не опасен. Здорово. Зачем же ты его выбросил? Ой, будешь. Так, может, уже не выживет. Выживет. Это с арматурой, да, Ваня? Десятка, да, или 12? Просто приварил два ушка, это ушки и все. Ну, победность тебе. Ну так, сколько мы их теряем здесь? Не напасешься. Красиво. Это тот, который завел? Ух ты, красавцы, а? Эх! Да. Ну, один плохо зацепился, видать. Ну вот и все. Закончилась наша рыбалка. После того, как я потерял садок, я еще поймал 5 килограмм бычка. Ну, все позитивненько, все нормально. Все, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. А вот этого ската поймали другие люди, те, которые были на соседней лодке.
А вот эта рыбка, это называется морской петух. Тоже очень изумительно красивая рыба. Тоже поймали не мы, но зато красивая рыба. Все, будьте здоровы, не останетесь в жизни.